От философских раздумий о смысле жизни до восторженного любования природой. На сцене областной филармонии состоялся концерт романса «Трепетные звуки», который продолжает цикл концертов «Очарование романса». Вместе с почитателями этого жанра композиции прослушала и наша съемочная группа. Мы рады видеть в музыкальной гостиной Калужской областной филармонии поклонников русского романса. Концертную программу открыли словами Роберта Рождественского «Все начинается с любви». История русского романса насчитывает уже более 2 веков. Ключевая тема – любовь, которая дарит богатство сюжетов и образов. Тема бесконечна и неисчерпаема в своих оттенках и вариациях. Солист Вадим Прикладовский выступает с самыми разными с точки зрения стиля программами. Это и старинная музыка, и музыка эпохи барокко, и русская оперная и романсовая классика, а также сочинения композиторов 20 века. К выбору композиции относится тщательно, любит пробовать себя в новых жанрах. Очень хорошо, что есть возможность в разных жанрах пробовать себя. Это разный звук, разный материал, разная подача. Поэтому да, хотя я не часто пою городские романсы, и далеко не все из них, люблю, я очень так избирательно отношусь к этому, но тем не менее, те из них, которые действительно хороши и мне нравятся, я с удовольствием пою в концертах. Как и коллега, очень избирательно относится к выбору композиции и Татьяна Мосина. То, что в первую очередь ложится мне на душу, то, что нравится, красивая мелодия. Хочется зрителям продемонстрировать и что-то новое, и, так сказать, вспомнить хорошо забытое старое. Вот, кстати, в репертуаре будет еще один романс замечательного композитора, руководителя Уральского народного хора Александра Драмустука. «Ты сердит на меня». Это вот романс нашего времени, так сказать, современников. В зале почти нет свободных мест. Послушать композиции пришли люди разного возраста. Музыкальные произведения исполнили артисты областной филармонии под аккомпанемент инструментального ансамбля «Каприз». Со сцены прозвучали как известные произведения, так и современные композиции. Дарья Ерошина, Евгений Малев, «Вести», Калуга.